Приветствую, дорогие друзья! Чемпионат Европы, Мюнхен, 2022. Финал в тройном прыжке. Полетели! Первая попытка Патрисии Мамона. Прыжок за 14 метров. Четырнадцать двадцать шесть. Неплохой результат для начала. Марина Бех-Романчук на ваших экранах. Очень хороший прыжок. Далеко улетела. Четырнадцать восемьдесят один. Это личный рекорд и лучший результат в европейском сезоне. А это попытка британки Наоми Метцгер. Четырнадцать тридцать три в этой попытке. Первая попытка Анны Миненко, выступающей за Израиль. Пока 14.20. Первая попытка представительницы Германии Нил Эckhardt-Noack. В этом году она неплохо прыгала. 14.53. Четырнадцать метров, 12 сантиметров и шестое место после первой попытки. Вторая попытка Марины Бех-Романчук, пока она лидер. Марина здорово прыгает. По всей видимости, разозлилась из-за неудачи в прыжках в длину. Четырнадцать шестьдесят восемь во второй попытке. Немного хуже. Опытная спортсменка из Финляндии Кристина Мäкелä. Хорошая попытка. Во втором прыжке далеко улетает.
14.64 во второй попытке. Это национальный рекорд Финляндии. Нила Экхарт на ваших экранах. Пошли прыжки. 14.12 у нее было, сейчас добавила. Четырнадцать тридцать девять во второй попытке. Патрисия Мамона занимает пятое место перед третьей попыткой. Четырнадцать тридцать девять. Точно такой же результат, как у Экхарт. Попытка Анны Миненко. Анна Миненко, 14.45 и сразу же третье место. И снова попытка Патрисии Мамона, сейчас она на четвертом месте. Патрисия Мамона с каждой попыткой улучшает свой результат. 14.41 показал в четвертой попытке, но этого пока мало для пьедестала. Лидер соревнования Марина Бех-Романчук, ее четвертая попытка. Четырнадцать восемьдесят результат Марины в четвертой попытке. Начинается пятая попытка. Елена Талаш из Румынии.
Плохая попытка, не попадает на планку. Тринадцать восемьдесят три. Результат Елены. Пятая попытка Сенни Салминен, спортсменки из Финляндии. Очередной заступ. Из пяти попыток только первая была результативной. Четырнадцать тринадцать прыгнула в первые попытки и дальше сплошные заступы. Ну а сейчас к попытке готовится Наоми Метцгер. Была какое-то время в лидирующей тройке, но сейчас с результатом 14.33 опустилась на шестое место. Очень слабый результат. 13.77 в пятой попытке. Пока рано об этом говорить, но с такими результатами, как у Марины, она близка к победе. А пока пятая попытка Эckhardt. Она у себя дома, все за нее болеют. Четырнадцать сорок три. Она обходит Патрисию Мамона, занимает четвертое место. Бекх-Романчук, пятая попытка. Хороший прыжок. Главное, чтобы не было заступа.
Фантастические 15.02, показывает Марина в пятой попытке. Начинается заключительная шестая попытка. Наоми Метцгер. Четырнадцать двадцать пять в шестой попытке. В любом случае она молодец. Патрисия Мамона. Шестая попытка. Патрисия, конечно, прыгала за 15 метров, 15.01, но сейчас она не готова к таким полетам. На этих соревнованиях у Патрисии Мамона лучший результат 14.41 и пятое место. Момент истины для Экхарт. Всего 2 сантиметра проигрывает Минненко, но прыгнуть может дальше. В заключительной попытке не смогла улучшить свой результат и осталась на четвертом месте.
Анна Миненко в ранге как минимум бронзового призера готовится к шестой попытке. Не стала добавлять, остается на третьем месте. Кристина Мäкелä в хорошем настроении готовится к шестой попытке. Мäкелä с личным рекордом, с национальным рекордом становится серебряным призером чемпионата Европы. Чемпионка Европы Марина Бех-Романчук готовится к шестой попытке. Друзья, хорошего вам настроения, здоровья, берегите себя!